Всем привет, ребят! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности за вампира. И сейчас будет мясо, 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 мясо. Ну что? Поехали, нам нужно зачистить эти руины. И я готов. Сломанная башня. Так, первый изгой. Ну иди сюда, иди, мой дорогой. Давай поиграем в мою любимую игру. Попади в цель. Есть, и я попадаю. Да ты что? Не-не-не-не-не, ты мою сферочку не будешь. Давай тебя об стену. На! Я вообще сегодня в ударе. Ой, черт. Мажу. Нормально. Так, давай ты не будешь на нее агриться. Стоп, а где она? А, вот же она. Так. Оу! Так, не умирай. Не умирай, сейчас я добью. Ядом. И все. Первый готов. Так. Кто тут? Кто сагрился? Где? Я вижу. А, наверное, наверху, на башне, да? Хотя нет, наверное, вот можно сейчас забраться. А? Такие, а? Лучник. Что за черт? На! Еще там кто-то заметил? Ага. Сфера, помогай! Давай! Есть! Воу-воу-воу! Неплохой удар! Немножечко ядом. Самую малость! Салатик! Так, еще один изгой. Есть! Есть, дайте я сохранюсь, потому что я чувствую, сейчас могу свою сферу развалить. Дело в том, что подземерская сфера, она не умирает от противников. Но если ее дамажит до определенного урона, она просто становится и не дамажит. Так что, но если мы ее ударим несколько раз, она может развалиться. Так что нужно быть очень внимательным. Так, долетишь ты до того окошка? Давай проверим. Нет. Не долетело. Нет, еще не могу качнуть. Но я думаю, мы и так неплохо качнулись. Так. Выше я не могу, ну что ж, поехали. Поехали внутрь. Сломанная башня. Много раз я уже пробегал мимо нее. Ждал, когда уже настанет этот день. Вот ты. Иди сюда. Иди. На колючки, если ее отправить. Блин, промазал. Иди сюда. Лучник, говоришь, да? Ого. Хорош. Еще мне ребята написали, что... Блин. Я ж не одел бонусы, господи. Я не одел бонусы. Я превратился, не одел бонусы, которые я так долго собирал. Господи. Ладно. Сейчас я что, переоденусь. Оу. Мой дружок пришел. Еее. Так, и со второй сейчас. Давай. Господи, как оно проседает-то? Ого. Давайте сейчас восстановление облика сделаю. Давай. Так, меньше жизни стало. У меня же плюшки. У меня плюшки в виде ожерелья. Это вот амулет Гаргульи. Но нам летучие мыши нужны. И кольцо зверя. Но я кольцо эрудита. Потому что я в основном магом.
Вот, и мы превращаемся обратненько, обратненько. Она стоит уже. В более мощного лорда вампира! Да! Так, давай проверим тут все. Ничего. Никого. Ничего. Никого. Капусточка. Ребят. Ребят, ребят, ребят. Так, стоять. О! О, черт! Так, стоп, 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 стоп. Хватка вампира. Нет. Блин, что она постоянно меняется? Ой! Расстрел! Мана у нас предостаточно, так что... Прошу тебя, не убивай! Ни жалости, ни пощады, ничего ты от меня не дождешься. Кстати, надо будет тут лут залутать потом. Ну, это потом. Сначала мы ее зачищаем. Так, это выход на Скайрим. Это мне не нужно. Так, а куда же нужно? Стоять. Куда и... Сфера живая. Черт. Немножечко пострадала. Ну, бывает. Ага, вот сюда, я понял. Нет. Нет, не сюда стоять, а куда дальше? Наверное, вот, да? Да, скорее всего, где-то... Что? Вот куда. Даже маркер показывает, что мне нужно в какую-то комнатушку дальше. Дальше, где больше изгоев. Что? Что, простите? Куда я зашел? Прикольно так крутится, знаете. Так, стоять. А ну, ага, ну конечно. Карты-то нет. А, это что? Как мне туда попасть? Туда, возможно ли вообще туда попасть? Мне кажется, как-то возможно. Может, как-то через... Я, наверное, плохо смотрел там что-то. Проход плохо. Вот он, да? Да. Нам сюда. Нам сюда. Кто немножечко не разобрался. И здесь будет продолжение банкета. Читай. Читай, куда выходишь. Ради бога. Ага, вот. Ну что ж, поехали дальше. Барабанчик, сырок. Нет, это все мне не интересно. Мне нужна кровь. Так, стоять, 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 ловушечка. Ловушка, давайте обойдем. Иди ко мне. Так, тут их несколько. Устраиваем файт. Ладно. Это вообще какая-то бесполезная была. Ну, видимо, слабый, слабый бой. И такое может быть. Так, превратились, ударили, там еще один, слава богу, что это маги холода, мне вообще ничего практически не наносят, сопротивление огромнейшее, так что пускай палят свой холод, холод, палят свой холод, господи, ставили, это что такое? Так, а ну подожди, подожди, сфера. Я понимаю, ты влеклась, но... Ой! Господи, я запутался. Давай, сюда. Вот, отлично. Отличненько. Левой, правой. Левой, правой. Получай. Давайте вот так добьем. И мощный удар. Убивание не сработало.
Набивание не сработало. Это ее... Стоять. Щелку куда-то нужно дальше идти, да? Нифига себе. Сколько тут локаций будет. Это просто я на башню поднимаюсь выше-выше. А, сюда нужно. Все, я понял. Скайрим. Давайте не будем мешать ему любоваться этим прекрасным Скайримом. Я тоже иногда засматриваюсь и ничего не могу сделать. Но, как говорится, все рано или поздно заканчивается. Нет, я не хочу выбрасывать, хотя хочется ее выбросить куда-то далеко. Можно просто вот так вот взять. Просто она сейчас умрет, да? А нет. Заберу ее душу. И немножечко прокачались. Прокачаюсь. Вот! Вот кто нам нужен! Рогатый, самый мощный. Так, стоп, тут ловушка. Погоди, я не знаю даже, куда отойти. Ладно, давай взрываться. Давай взрываться. Ух ты, это электрическая. Ну, все равно она мне не понабажила. Ой, там какой-то трон с головой козла был. Даже немножечко жалко, ребят. Даже немножечко жалко. Теперь, я думаю, многие поняли, почему. Почему лорд-вампир намного. Я считаю, намного превышает преимущество Вервольфа. Так, ну что? Потому что у него вот этот вот бесконечный стан, который поднимает и дамажит. Да, есть, конечно, минус. Если, например, мы играем против магов огня, то можем пострадать и днем как-то не поиграешь особо. Но, ребята, преимущество, конечно, намного больше, чем у Вервольфа. Даже по поводу колец и снаряжения, которые можно одеть. Так, ну что, ребят, я думаю, мы все зачистили. Даже музычка такая, знаете, все зачищено. Все окей, все. Можешь превращаться обратно. Отлично. Давай, превращайся. Я сохранюсь. Да. Святилище Дибеллы. Оскверняли Дибеллу, да? Ну, судя по всему, да. Потому что вся в крови. Жесть. Куча костей. Ритуалы какие-то. Так, сердце возьму. Ключ от башни. Эбонитовый клинок. Это мы взломали. А, тут, видимо, он держал своих подопытных. Вино заберу. Какие-то мосты пороговые. Книжечка стоит 50, но почему-то ничего не прокачивает. Странно. Довольно странно. Не это все. Потому что всегда нам качало. Ну, может, из-за того, что я уже когда-то находил. Ну, из-за этого. Неважно. Сладкий рулетик, приветик. Конина. И какой-то мешок. В котором морковка. Лука пырей не будет. Сапоги заберу. Серебряное жерелье. Астрология. Астрологию я просто так заберу для коллекции. И наша вещичка вот здесь. Вот, статуя Дебеллы, владелец Лизбет. Вот теперь понятно, почему украли эту статую, потому что они скверняли эту секси Дебеллу. Окей, отнесем эбонитовый. Сюда мне? А, ну да, тут же выход. Показывает, нужно правильно выходить. Но, ребят, огромное всем спасибо по поводу масок еще раз. Мне подсказали, что я как бы не зачищал
Вот здесь какие-то руины, которые были. Они вроде бы тут высвечиваются, да. Но, как видите, действительно, я их не зачищал. Вот они, видите? Даже на карте прорисовываются. Вот, вот они. И я там не был. Хотя почему-то Михаил Савар написал, что я там был. Это нормально, потому что я играю на протяжении 2 лет и могу уже кое-что забыть. Но, как видите, меня там еще не было. Так что мне нужно сюда отправиться. По поводу следующей маски, это Винтерхолд. Я ее получал, значит, она где-то у меня потерялась. Коллеги, Винтерхолд я в любом случае найду. И третья маска, это нужно отправляться на драконе через... Драконий предел, но это завершение главного квеста. Я немножечко отойду от этого, но обязательно скоро завершу. И по поводу крика, вы мне подсказали, что где-то, господи, где-то здесь, по-моему. О, блин, я уже забыл. По-моему, где-то здесь находится Лабиринтиан. Ну да, где-то здесь, по-моему. Дракон, у которого третий крик морозное дыхание, которое я хочу прокачать. Я же его усилил, понимаете? Я его усилил, и теперь я хочу его использовать на полную. Я его усилил через черную книгу. И у меня дополнительный эффект. Но... Смертельный рывок, нет, где-то. Морозное дыхание. Вот, морозное дыхание, и мне, судя по всему, куда-то вот туда. Ну ладно, давайте сейчас пешочком я туда отправлюсь. Да, да, скорее всего, нам туда, ребят. Скорее всего, нам туда. Оу, не увлекайся, ты разобьешься. Только как туда забраться? И странно, что... Пока не высвечивается маркер. А, вот он. Вот этот маркер. Все нормально. Кровавый дракон. Будем с ним разбираться или... Давайте я добегу, возьму этот крик, а потом мы уже с ним разберемся. Сейчас вот так вот через лесок. Тут у нас встречает морозный... Давай! Так, кстати, где мой щит из Грамора? Получай! Ты кого там, друг, бьешь, а? Давай! Воу! Воу! А огонь это, кстати, вообще не очень хорошо. Потому что я и огонь, вампир и огонь, это печалик. А вот теперь будем драться, да? Будем драться. Но! Блин, у меня все закончилось. Все заряды. Также, наверное, сейчас буду использовать крик под названием «Драконобой». Ему пофиг. А, ему нужно было обязательно прилететь, да? Ну, судя по всему... Ой-ой-ой, прости. Стоять! Ярко. О, черт. О, черт. Так, далеко не улетай. Далеко не улетай, у меня для тебя есть белый флакон. Усиление на 50%. Ай! Сейчас будут хвостом бить. Мы отбиваем эти удары. Нормально. Получай. Я хоть попадаю. Воу, как оно ярко-то! Не трогай сферу. Я хоть бью его, а? Давай! Все. Он уже никуда не улетит. Давайте сохранимся, потому что частенько у меня бывает такое, что я увлекаюсь.
Душа моя! Чувствую себя каким-то... Шайцунгом, который после убийства забирает душу. Ну, помните Mortal Kombat, господи. Так, заберу вот эти вот тяжелючие вещички и отправимся дальше. Надеюсь, это тот дракон, который там был. Потому что у меня, наверное, будет два дракона, да? Я хоть туда заберусь? Ой, черт, ребят. Я, наверное, так не заберусь туда. Скорее всего, да. Скорее всего. Хотя, стойте, подождите. Вот какая-то надежда небольшая. Можно, вот, есть. Там какая-то хижина, которая не открыта, кстати. Ага, там какой-то проход через горы я вижу. И тут еще один дракон. Ну, нормально, две души. Я их сейчас собираю, потому что нужно будет тратить. Сколько у меня их? У меня их, по-моему, если в магию... Стойте. Почему не показывается? А, крики нужно. Мне три души. Хватает. Пока мисс хватает, я думаю, не будем сейчас с ним драться. Я просто отправлюсь мимо него. А, стойте, это Изи Дракон. Но он... Да, ну простой дракон, я думаю, мы сейчас разберемся с ним вообще без проблем. Хоть даже если он с огнем. Самый простой дракон, ребят, разваливается очень быстро. Так, одноручное оружие 61. Нормально. Так, главное, не взлетай. Обалденный крик. Просто дракону некуда деться. Некуда. И будет у нас 4 души. Так. Мне, по-моему, даже так ничего не дамажит. Даже... Изи. Вернуться к Эксберну. Это был какой-то квестовый? Да, видимо, это был какой-то квестовый дракон. Сейчас, секунду. Окей. О, черт, сейчас будет перегруз. Еще нормально. Держусь. Да, видимо, Эйсберн мне когда-то давал какое-то задание убить этого дракона. А я его, как всегда, проигнорил, но скоро вернусь. Скоро вернусь. Блин, у меня же там вот эти вот дополнительные задания, которые нужно довыполнять. Которые постоянно мусолят. Сколько не играю, постоянно мусолят. И я не знаю, сколько не играю с Карим, постоянно там вот какое-то задание вот залагает, заводает. У меня же раньше не было интернета, и меня так это все напрягало. Я, блин, задание не могу выполнить. Думаю, что мне делать? Так, стоп. А как мне туда добраться? Что происходит? О, сфера нормально ездит по горам, не смотрю. А, вот. Пик древних. Разве это локация? По-моему, это называлось как-то по-другому. Очень много скелетиков, ребят. Вообще-то вот можно было забраться, да? Ну да. Я как-то пошел не той дорогой. Очень много убитых и... Рука? Разоружение? Я что-то напутал? Господи, как быстро это время уходит. Я, видимо, напутал. Да, я что-то перепутал. Эх, я опять локацию перепутал, блин.
О, черт. О, черт, о, черт, о, черт. Так, стоп. Да, я просто забыл. Ребята показывали на карте, где это морозное дыхание, но... Ладно, еще раз посмотрю. Ну ладно. Ладно, давайте посмотрим разоружение. Но у меня не было прокачано, и, ребята, еще... Да, видите, у меня всего два крика, почему я его не использую. Ну, можно потратить душу. И давайте посмотрим, что у меня еще есть. Грозовой зов. Буря. Возьму грозовой зов. Что у меня еще не прокачан? Гармония Кин. Бесплотность. Качаю. Это очень полезно. И вот и все. Вот и нету. А мне еще нужно. Ледяная форма, например. Морозное дыхание. Ой, черт! Черт, 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 черт. Ладно, давайте отправимся. Маркарт. Блин, ну как так-то? Я ж вроде бы смотрел, ну да, пару дней. Я немножечко запамятовал. Ну ладно. Мой любимый... Собутыльник. Подайте. Подайте, говорю, зараза. Протяни коллеге руку помощи. Подай, говорит, зараза. Арнлейф и сыновья... Так братство бури захватило предел? Может, и впрямь Талос на их стороне? В лагере изгоев мне попалась эта статуэточка. О, вот она. Эта золотая безделушка поможет нам продержаться какое-то время. Спасибо. Вот тебе кое-что за труды. 1500, неплохо. Возвращайся, если что-то понадобится. И что, тут больше нет никаких квестов? Тут больше ни с кем нельзя поговорить? Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голос. Ага, ну, тут нужно будет подписать книги гильдии воров. Я ж там до сих пор главой не стал, потому что не выполнял квесты. А надо бы. Надо бы. И, знаете, давайте, наверное, перед завершением я все-таки слетаю в один из городов и посмотрю, был ли я в той локации или не был. Потому что мне довольно интересно. Вроде бы вот они, видите? Мне просто интересно, как так? Неужели я их не зачищал, действительно? Ребят, приветик. Сейчас ночь, и вам не повезло, честно. Громила. Да ладно. Давай, бей, бей, бей меня. Огнем. Опа-па. Опа-па-па-па-па-па. Морозное дыхание. Отдыхаем, ребят. Отдыхаем. Пока вы отдыхаете. Что, все? А, нет, 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 два. Два просто вырубились. Давай драться. Давай, можем драться. Понятно, я тут недалеко от ихнего, от их замка. Вот они и сагрились все. Валим, валим, валим. Давай! Крутой! Воу! Хороший удар! Ныжи! Я тоже могу сейчас ночью, у меня все восстанавливается. Кстати, у меня же сейчас ожерелье, которое у меня стоит, и оно не добавляет мне ни кольцо боли, и ожерелье боли. Получай! Ну вот, как-то все пошустрее стало. Так. Что тут? А, орк. Я думаю, откуда голос орка? Вот, я там не был.
Я там не был. Мне тут написали, что я там был. Или то неправильно что-то понял. Да. Меня ждут новые руины. Хотел сказать, две мирские. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Олень, сходи с дороги. Я иду. Спасибо за задницу. Такой прикольный, знаете, голова. Выскочила его. О, привет, друг. Мне сейчас некогда. Ну и мне сейчас некогда. Веточка специально цензуру прикрыла. Тут какая-то башня. О, да. Так, стой. Застревай. Не застревай. Тут, наверное, все спят, да? Кто-то охраняет ее? Нет, уже не охраняет. Один трупик остался. Но зато есть сундучок с экспертом, который я хочу взломать. О, черт. Есть! Отдайте мне мои драгоценные камушки. Вот они. Вот эти руины. Форелхост. Я их не зачищал, ура! Ух ты. Не, подождите, по-моему, зачищал. А что ж такое? А может и не зачищал, но, судя по тому, как что он идет, это будет какой-то квестовый. Эй, постой! Если ты воистину друг Скайрима, ты мне поможешь с одним поручением. Обязательно ему поможем, но уже в следующей серии, друзья. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И, блин, не бомбите, что я опять что-то сделал не то, но играю как могу. Ладненько. Хотя пишите все, что хотите. Все, что думаете, ребят. Всем счастья, здоровья. Порекомендуйте это видео друзьям. Ссылка в соцсети, ну не знаю, Facebook, Одноклассники. Хотя бы на часик, и я буду счастлив. Блин, навсегда. Все, ребят, это был канал Мистер Кэт. Всем счастья и добра, ребят. И Скайрима, и побольше душ. Потому что у меня уже закончились. Пора опять бомбить дракона. Все, ребят, пока.